Еще раз добрый вечер, друзья. Мой доклад получился несколько продуктовым, но, как мне кажется, от этого он только выиграл. Интересная история, вообще, связана с этим докладом. Слайд, который мы добавили совсем недавно. Это такие умозаключения уже в процессе подготовки. Я стал обращать внимание абсолютно на все во время подготовки к этому докладу. В частности, хотел бы разобрать UI-лифта. Как вы знаете, в. В большинстве бизнес-центров в Москве стоят достаточно умные и скоростные лифты. Лифта. Они, их основная задача — сэкономить время сотрудников. Но они еще и умные. Они сообщают вам о том, что подъехали, будучи еще на третьем этаже. Обратите внимание, можете прокатиться там наверх, спуститься. Но мы поговорим, почему это происходит. Но здесь я хотел бы задать вопрос. Кто знает, зачем нужны зеркала в лифтах? Поднимите руки. Так, четыре человека. Я я одну версию рассмотрю, чтобы не убить интригу. Давай. Отличная версия, но нет. Мы рассмотрим, почему нет. Ты убьешь интригу, не нужно. Итак, давайте перейдем к докладу. Сегодня мы поговорим про польский интерфейс, что это и как он может улучшить польский опыт поговорим про состояние интерфейса, рассмотрим психологию ожидания пользователей, поговорим про реализацию состояния ожидания, это частный случай, я объясню, почему выбран именно, выбрано именно это состояние, и подытожим тремя рекомендациями с тем, как лучше реализовать состояние ожидания ваших интерфейсов. Итак, польский интерфейс. Польский интерфейс — это интерфейс, который обеспечивает э, связь с пользователем, программного обеспечения, давая обратную, давая обратную связь. Но прежде чем перейти к пользовательскому интерфейсу, давайте разберем вообще, почему люди выбирают тот или иной продукт. Сейчас ситуация такая, что основным атрибутом выбора того или иного приложения является не способность решать какую-то задачу. Да? Мы не живем в каком-то маленьком городке, где имеется единственный интернет-провайдер, который… А лучшая мобильная сеть — это 2G — я был в такой истории, я пользовался, этот провайдер решал задачу, я закрывал глаза абсолютно на все. Но, к счастью, сейчас рынок, особенно IT, таков, что конкуренция очень масштабная. Внедрение технологий стали очень быстрыми, приходится упор делать на, на большом количестве других основных атрибутов, в частности, на пользовательском опыте. Каждая компания старается улучшить пользовательский опыт и за счет этого подхватить огромную долю аудитории. Как этого достигается, мы об этом тоже поговорим. Но прежде всего нужно помнить, что основные принципы правильного проектирования пользовательского интерфейса они были э, Беном Штейдерменом опубликованы еще там во второй половине прошлого века. То есть в этом ничего нового нет. Один из основных принципов гласит, что всегда нужно давать, давать пользователю обратную связь, всегда поддерживать с ним обратную связь, отображая состояние интерфейса. В этой связи давайте рассмотрим два пользовательских интерфейса. Вот первый, достаточно простой, это польский, терминальный польский интерфейс а, фреймворка Vapor. Исходя из предыдущего а, принципа, этот интерфейс дает вам полную обратную связь, оповещая о том, что происходит, как происходит, как долго происходит. Ну, полную обратную связь. Интересный пример а, рассказывал продуктовый а, директор Яндекс-Маркета. Какой был сценарий? Ребята оптимизировали свой бэкэнд настолько, что выдача была достаточно быстрой, и пользователи не понимали, что происходит запрос к бэкэнду. В результате данные обновлялись моментально. В этом сегменте продукта, в частности в фильтрах, конверсия упала на 7%. Когда они стали копаться, поняли, что конверсия упала только у той части аудитории, которая привыкла к обратной связи ожидания. То есть они понимали, что отображается лодер, идет загрузка к бэкэнду, Данные обновляются, и все хорошо. Ускорили работу бэкэнда, данные подлетали моментально, они не успевали понять, что данные обновились. Представьте ситуацию, когда у вас три айфона, они отличаются только объемом памяти, картинки одинаковые, вы обновляете фильтр, они очень резко меняются, вы не понимаете, что происходит. Добавление лодера, который тормозил работу бэкэнда, исправило ситуацию и вернуло конверсию на, предыдущие, на предыдущее значение. Давайте поговорим про состояние интерфейса. И мы, мы поняли, что давать фидбэк это крайне важно. И предлагаю визуализировать ситуацию, довести ее до абсурда, чтобы понять, почему это важно. Никит, задай какой-нибудь мне вопрос. Сэм, когда у нас следующий слот для компании доступен в Coco Heads? В мае. Абсурдно, да, но некоторые системы поступают именно так. Мы с людьми так не поступаем. Это выглядело бы достаточно э, нелояльно, недружелюбно. Давайте чуть улучшим ситуацию. Еще раз, пожалуйста, Никит. Сэм, когда у нас следующий слот доступен? <сосы> В мае. Чуть лучше. Никита уже знает, что я не умер. Даю какую-то обратную связь, но это не идеальный сценарий. Еще раз, пожалуйста. <сосы> когда у нас следующий слот? Знаешь, не могу сразу ответить, надо посмотреть в календаре, хотя нет, вспомнил, в мае. Вот. Идеальный вариант, как мне кажется, я даю полную обратную связь своему собеседнику, позволяя коммуницировать со мной. Мы так с людьми и поступаем, мы так общаемся. Почему же мы свои проекты реализуем таким образом, что пользователь это обратную связь? Вообще, хорошая параллель пользователя с ребенком привел мой дизайнер, с которым мы работаем, что воспринимайте своего пользователя как ребенка. Капризного ребенка, который постоянно хочет внимания. Каждую минуту взаимодействия с вашим проектом. Кто-то из зала может сказать, что игнор тоже фидбэк. Но я объяснил, почему этот фидбэк не лучший способ улучшить пользовательский опыт и помочь вашим пользователям сделать то или иное действие. Пользоваться продуктом, совершить покупку, опубликовать фотографию или еще что-то другое давайте разберем, какие пользовательские состояния есть, чтобы их правильно реализовывать. В 2006 году компания 37 Singles, позже известная как Basecamp, выпустила книжку, где опубликовал свои гайды по UI, как они все проектируют. Один из, компонентов этой, один из компонентов книги гласил, что они выделяют три состояния интерфейса. Основное, пустое и ошибочное. Время идет, появились мобилки, появились операционные системы для мобильных телефонов. И позже, уже, кажется, в 2014 году, продукт-менеджер Tinder Скотт Херф выделил пять состояний. Это идеальное состояние, частично заполненное, ошибочное состояние, пустое и состояние ожидания. В частности, мы про состояние ожиданий поговорим, потому что это именно тот момент, где можно убить своего пользователя, довести его до психоза, ухудшить всю, весь пользовательский опыт и его взаимодействие с вашим проектом. Сейчас можно найти в сети огромное количество статей, что состояние уже 8-9. Я видел статью, где делились состоянием One-State-Solution, Some-State-Solution, More-State-Solution, но мне кажется, это уже перебор. Вот основные состояния. Окей, okay, мы разобрались, что давать, все, наверное, поняли, мы с Никитой постарались, что давать фидбэк пользователям это очень важно. Постоянно поддерживать с ним это основной момент пользовательского опыта. Но давайте подойдем к проблеме с другой стороны со стороны пользователя и его психологии. Почему ожидание это плохо, Почему? что он чувствует? Нью-Йорк Таймс в 2012 году выпустил очень интересную статью Почему ожидание пытка. Там много цифр, сколько американцы тратят на очереди, в банках, в почтовых отделениях и многое другое. Но самое интересное вот кейс, который был связан с Хьюстонским аэропортом. Этот аэропорт входит в восьмерку самых больших и перегруженных аэропортов Северной Америки. Интересная особенность заключается в том, что руководство аэропорта получило огромное количество жалоб, связанных с тем, что пользователи долго ждут свой багаж после приземления. Казалось бы что такого, давайте активируем дополнительные багажные ленты и ускорим время, уменьшим время ожидания. Да, действительно, это решило проблему, но лишь отчасти. Количество... Время ожидания уменьшилось на 40%, а количество жалоб лишь на 5%. Стали изучать ситуацию, почему так произошло. Оказалось, что до багажных лент люди шли около одной минуты, а непосредственно у самих багажных лент они ждали 8 минут. Что они сделали? Они активировали дальние багажные ленты. В результате пользователи шли до багажных лет 7 минут, а ожидали одну. И знаете, жалобы исчезли. Вот мы подкрались к тому, зачем в лифтах нужны зеркала. Это та же самая история. После военное время в Нью-Йорке стали обустраивать многоэтажки, и были жалобы, что лифты едут очень долго. Добавили зеркала, люди стали прихорашиваться, смотреть. Ну, после стали, позже стали уже делать селфи, и время ожидания уменьшилось. Вот тут мы пришли к такому интересному выводу, что время ожидания или опыт ожидания в нашем случае лишь частично определяется временем ожидания. Время ожидания — это объективный критерий. Вы можете его превратить в субъективный и тем самым улучшить пользовательский опыт, связанный с этим моментом работы с системой. Итак, мы поняли, что нужно давать фидбэк и что нужно нивелировать время ожидания пользователя, развлечь своего пользователя, давать фидбэк. Давайте разберем, какими способами это можно сделать в пользовательских интерфейсах. Состояние ожидания. Ну, все примитивно просто, это самая неинтересная часть доклада, но именно с, это, с помощью структурированных данных это нужно реализовать. Прежде всего, это индикаторы ожидания. Они могут быть цикличные, неопределенные и нецикличные или определенные. Цикличные представляют собой обычные лодеры, хорошо вам знакомые и... В принципе, они решают задачу, они отдают фидбэк, в некоторой степени развлекают пользователя, потому что это поле для фантазии, вы можете различным образом проектировать, ваш дизайнер вам в помощь и решайте ту или иную задачу, связанную с пользовательским опытом. Какие рекомендации у меня есть при реализации цикличных а, состояний ожидания? Прежде всего, обязательно дополняйте индикаторы текстовым сообщением. Ну, никто не любит эти крутящиеся спиннеры, неважно что, ну непонятно, что происходит. Скажите, что загружаете данные, скажите, что удаляете, еще что-то. Это даст информацию и на какое-то время отвлечет пользователя. Может быть, он начнет думать, как это, эта операция происходит на сервере используйте только для быстрых операций. Операции до 10 секунд — это вот самые оптимальные кейсы, для которых нужно использовать цикличные индикаторы ожидания. Выбирайте системную анимацию. Возможно, многие столкнулись с АБ-тестом от Facebook, где они сравнили пользовательский опыт с кастомной анимацией и системной. Дело в том, что когда пользователь видит кастомную, системную анимацию, кастомную анимацию, то ожидание, он думает, что плохо работает ваше приложение. Когда же он видит системную, э, системный индикатор ожидания, он думает, что плохо работает iOS. Давайте пользоваться этим. Это тот случай, когда мы в плюсе. Окей, okay, мы разобрались с кейсами. Теперь определенные или временные индикаторы ожидания. Для всех операций, которые идут больше 10 секунд, давайте определять время этих операций и давать его пользователям. Важно, показатель никогда не должен уменьшаться. Я помню, в 2006-2007 годах были интерфейсы, где мог дойти до 70%, потом резко скачать на 65%. Нет, это, это очень плохое, это ухудшение польского интерфейса. Никто не просит от вас точности, неважно. Вы, наверное, все знаете, что время установки операционной системы iOS определяется каким-то магическим образом, но это работает, мы на это вводимся и примерно знаем, что установка идет. И самый важный момент — завершающая часть быстрее. Это опять-таки к истории с лифтом. Вы видите, что лифт подъехал, хотя он находится на третьем этаже. Он очень сильно ускоряет вот этот завершающий период. Исследования показывают, что если завершающая часть ожидания положительная, то и пользовательский опыт положительный. Вы, наверное, помните, вот если вы стоите на кассе, в конце ожидания не, столько утомить, в начале ожидания не столько утомительно, как в конце. Поэтому если касса быстрее движется, польский опыт положительный. Это на самом деле работает везде, во всех системах. Вот пример э, индикаторы ожидания, стандартный в, при установке iOS. Здесь определяется время расчета, позже для каждого периода показывается, что происходит. Отлично усвоили, что фидбэк важен, нужно реализовать системные индикаторы ожидания, нужно давать обратную реакцию, счастливы. Радуемся, что улучшаем пользовательский опыт, изучаем статистику, собираем обратную связь, и оказывается, что нет. Ну, пользователи несчастливы. Они думают, что ваше приложение работает плохо. Оно работает медленнее. Оно стало работать хуже. Вы добавили лоудеры, оно стало работать хуже. И, кстати, именно к такому а, выводу пришел Люк, когда стал исследовать, это продуктовый директор Facebook, он стал исследовать обратную связь пользователей после того, как добавили лоудеры для голосований, и пользователи говорили, что голосования стали работать медленнее. Потому что вы делаете акцент на времени, вы говорите пользователю, что тот или иной процесс происходит, и они смотрят на свои часики эта идея привела его к тому, что он сформировал скелетоновое э, состояние ожидания, которое сейчас достаточно популярно. Вы смещаете акцент со времени на контент, вы говорите о том, что контент есть, он уже подлетел, он появляется. Пользователь не думает о том, что его еще нет, он уже видит, что он отобразился. Идеальный пример реализованного Пинтереста, он подхватывает главный цвет вашей картинки и подсвечивает э, блок, вот это идеальный сценарий. Как как технически мы реализовали в своем проекте, на самом деле достаточно просто. Мы не стали загромождать конкретные отображения, мы создали аналоги. Они так и называются скелетон product Cell, полностью дублирующий примерно дублирующий то отображение, которое мы хотим маскировать. И собственно в какой-то момент времени мы подменяем основной в модель скелетоновой. После загрузки мы возвращаем место. Действительно, тот, который содержит какие-то данные. Технически это реализовать достаточно просто, об этом даже не имеет смысла говорить. Но польский опыт э, улучшается в разы. У меня сейчас, к сожалению, нет цифр. Мы только выкатываем это в продакшен. Я надеюсь, когда мы будем публиковать видео этого доклада, в презентации уже будут цифры. Как это улучшили, улучшило польский опыт. Но конверсия... Мы надеемся, что конверсия с поиска будет увеличиваться. Итак, мы разобрались с тем, что для данных, которые для экранов, которые содержат данные, необходимо показывать телетоновую загрузку. Мы разобрались с тем, что ожидание — пытка. Мы разобрались с тем, что всегда нужно давать фидбэк. Давайте подытожим тремя простыми выводами, которых нужно придерживаться при реализации состояния ожидания. Первое, как я уже сказал, всегда давайте обратную связь. Помните эту нелепую ситуацию, как мы тут молчали? И это решает все проблемы. На самом деле, когда я еще не был знаком с концепциями, с восьми принципами дизайнера, и мой, с восьми принципами проектирования пользовательских интерфейсов, и мой дизайнер говорил мне, это нарушает фидбэк. Я не совсем понимал, что значит это нарушает фидбэк. Но вот в результате вот таких кейсов происходит осознание, что ваш пользователь — это человек, с которым вы общаетесь через ваше приложение. Используйте цикличные загрузки, загрузчики для операции до 10 секунд — и используйте скелетную загрузку для интерфейсов с контентом. Но здесь мы пришли к очень интересному выводу про скелетную загрузку. Рекомендуем использовать ее только для тех экранов, где точно будут данные. Иначе получается, что вы обманываете пользователя. Мне кажется, это будет ухудшать пользовательский опыт. Вы отображаете скелетный экран загрузки, говорите, что данные есть, и в какой-то момент пусто. Есть ряд экранов, в которых данные могут отсутствовать. Например, история заказов бронирование в ресторане. Эти экраны можно реализовывать с помощью цикличных индикаторов загрузки. Лента же товаров в интернет-магазинах, какие-то позиции по опять же, магазинам можно отображать с помощью скелетных экранов загрузки. В принципе, я считаю, что вот эти три правила позволят вам нивелировать отрицательный опыт ожидания и улучшить пользовательский опыт ваших приложений. Спасибо. Если у вас есть вопросы. Никита, главное, чтобы у тебя вопросов не было больше. Привет, спасибо за доклад. А если по аналогии с лифтом пользователю во время загрузки фронталку включать, это лучше это опыт или хуже? Ну, мне кажется, это будет просто неожиданно. Я не знаю, тут была недавно статья про скелетную загрузку, и там проводили фокус-группы. Это такой вот вопрос, не знаю, видели эту статью или нет, о том, что скелетная загрузка на самом деле в хуже конверсии, чем у лоудера. И скелетная загрузка работала только в Фейсбуке, по-моему, там проверяли приложение. А почему она там работала? Мне кажется, потому что они применяли в тех кейсах, где она уместна. Ну, возможно, да. Вот... То есть те экраны, где данные точно будут. В случае же, где данные могут отсутствовать, то есть мы в некоторых кейсах, где стали применять, подумали, что, наверное, это излишнее, потому что данные могут отсутствовать, а мы говорим на одно, что они есть. Скелетный, э, за, экран, скелетный экран загрузки ⁇ это не, некая надежда пользователя или, или обещание, что данные есть. Мне так кажется. Привет, спасибо за доклад. Привет. Вопрос такой, насколько важно давать пользователю возможность избежать, ну или отменить, например, загрузку, да, когда у нас крутится лоудер, вот, данные идут, и вот пользователь уже, ну, все, уже не может ждать больше. Важно ли это? Мне кажется, это крайне важно. Он должен сохранять обратную связь с интерфейсом и принимать решение, что он делает. Вот я говорил на тех толках про этот пример. Он имеет некую связь, вы идете по опасному участку, и напротив вас табличка ⁇ Опасная зона ⁇ И другой вариант ⁇ напротив табличка ⁇ Проход запрещен ⁇ Табличка ⁇ Проход запрещен ⁇ не дает вам никакой информации, говорит, что нельзя просто. Вот в случае с лодером, это вот самый кейс, вы говорите ⁇ Все ⁇ В случае же с табличкой ⁇ Опасная зона ⁇ вы говорите ⁇ Да, опасная зона ⁇ но идти, умирать или нет, принимай решение сам. То есть мы сохраняем обратную связь и даем право принимать решение пользователю. Спасибо. А, продолжая тему с возможностью отмены какой-нибудь загрузки, а если это важный бизнес-кейс, например, вызов автомобиля, и прямо сейчас происходит отправка? А если я передумал, отправка произошла, я могу отменить после бронирования или в процессе? Мне кажется, кейс аналогичный. Ну, то есть есть же ситуации, когда нельзя давать пользователю такой выбор? Мне кажется, есть ситуации, в которых в процессе обработки принимает несколько несколько контрагентов, да, назовем так промежуточных ресурсов. Но даже в этом случае можно как-то договориться про отмену. Я, я сходу, не могу вспомнить кейс, в котором нельзя. Может быть, из зала кто-нибудь может привести пример. Подсказывают про миграцию. Подгрузка базы данных, да? А почему... А -а -а -а. Какая-то утилита, которая обеспечит миграцию данных? Я понял, происходит процесс, там 40%, я передумал. Мне ждать завершения операции, чтобы отменить и откатиться. Я хочу откатиться сразу. Я хочу, чтобы откатились вот эти изменения, которые были внесены. Тоже. Да, да. Благодарим спикера. Спасибо.